Всем доброго дня. Сегодня суббота, 24 июля. Мы находимся в городе Салоу, бережье Коста-Дорадо, Испания. Всеми любимый и известный пляж Капианс. Вот так вот он выглядит. Сегодня, как вы видите, количество людей просто огромное. Но как объясняется всеми цифрами из гостиниц и апартаментов, 90% отдыхающих – это испанцы, ну и небольшой процент приехавших французов и бельгийцев. Границы для туристов с Россией до сих пор закрыты. Причины все мы прекрасно с вами знаем. Но будем надеяться, что ситуация улучшится, если не в этом, то хотя бы в следующем году, чтобы те, кто привыкли, те, кто полюбили этот пляж, вновь смогли насладиться его красотами и вновь испытать те самые радостные чувства отдыха на Коста-Дорадо.